Большой турнир – это не только состязание, не только вызов, но еще и традиции. И в этом году мы вводим новую традицию. Это вручение шеврона победителя команде, занявшей первое место. И в этом году этот шеврон отправляется в Пензу. Но это еще не все. Нас ожидает новая встреча на море, в Сочи. Мы приглашаем все студенческие клубы участников большого турнира на студенческий эвент-форум, который состоится с 10 по 15 сентября 2015 года. Там будут водные состязания. Вы готовы принять новый вызов?